Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Лактин. Записки солдата. 19 декабря 2015 года. Целых 5 дней я ничего не писал. Связано это с тем, что меня и Антона перевели в другое подразделение. Второй батальон, вторая рота. Для непонимающих скажу то, что прошел процесс КМБ, да, закончилось, и нас перевели в другое подразделение. В самый первый день была объявлена боевая тревога. Ощущение дикое. Представьте себе, первый день в новом месте, с незнакомыми людьми, и тут же тревога. Каска, автомат, тяжелый вещмешок, злые взгляды в нашу сторону и непонятные команды. Вас это не вселяет ужас? Ощущение было дикое. Во-первых, мы все разъехались по разным местам, мы с ним остались вдвоем. Нас переводят в другое подразделение, на этаж выше. Мы там никого не знаем, мы духи, там полугодичники старше. В роте были все полугодичники. А то и больше, 7-8 месяцев срока службы за плечами. И у нас 2 недели. Я помню, мы с этими черными сумками, да, армия России, где у нас были вещи, стоим. И я не могу понять, почему они все спят. Мы встали перед кубриком, у нас не было дверей в кубрике. Я смотрю, они все спят, они лежат в кроватях и спят. Я не мог подумать, что это боевая тревога. А отрабатывается боевая тревога следующим образом. То есть идет полная имитация всего. Как будто вы спите, подается боевая тревога, сирена, вы вскакиваете, одеваетесь, экипируетесь, получаете оружие, все это надеваете, строитесь. Каждый солдат, имеющий определенную должность, убывает в различные там точки сбора, да, кто-то убывает в РФК, там район формирования колонн. Первыми выбегают водители-электрики, да, они отправляются в парк, заводят машины, подготавливают машины к запуску, к отъезду, да, в то время, когда вся остальная команда экипируется, прибегают они в парк, загружаются в машины, уезжают. А я как раз был водителем-электриком в этой роте. И мы самые первые, как дебилы, из подвала сокольного этажа таскали 60-килограммовые аккумуляторы до парка. До парка расстояние от казармы до парка, ну, может быть, 1-1.5 километра. Мы тащили эти аккумуляторы. Один раз я с ним упал, я помню, он не приземлился на ногу, 60-килограммовый аккумулятор. Это было ужасно, это было дикие ощущения. Плюс холод, ранние подъемы. И причем ни одного порядочного вроде не было, да, действительно. В чем заключается вот деды, так называемые, да, в передаче опыта. В передаче опыта молодому поколению, да, ну вот я имею в виду по призыву. А там были какие-то одни такие понторезы, там, да, и мы отслужили, там, мы после учебки, там, то туда-сюда, мы там такие-то, мы-то сякие-то. Ну, идиоты, в общем, одним словом. В нас это вселяло ужас, огромный страх. В новом кубрике 26 человек вместе с нами. Оказалось, что большинство приехало из учебки с Тамбова. Это единственная радиоэлектронная учебка в России. Сейчас вроде хотят сделать по округам, да, но вот единственная учебка радиоэлектронной борьбы, войск радиоэлектронной борьбы, находится в городе Тамбов. В целом все пацаны нормальные. Но это мои были первые ошибочные мнения. Но есть и троеточие стоит. За это время произошло почти привыкание к карме и к большому количеству людей, к огромному количеству мата и прочему. Чтобы вы понимали, что я говорю, в армии нельзя побыть одному. Нигде. Таких мест нет нигде. Всегда, постоянно, хотя бы какой-то минимум народа будет присутствовать. Даже, не знаю, там самое какое-то интимное место, да, туалет, к примеру, да, вот эти нары, на которые на карты ты садишься, да, и, грубо говоря, делаешь дело по-большому, да, напротив тебя вот так вот стоят несколько человек, ждут очереди, они на тебя смотрят. Смотрят, как ты вытираешь себе задницу, не знаю, смотришь, как ты там делаешь полностью все это дело, да. Потому что если он уйдет, он промокнет очередь, туалет закроют там на уборку, к примеру, там и так далее. То есть было так вот, ты сидишь действительно, извините за выражение, срешь, да, напротив тебя стоят люди, они на тебя смотрят. Ну, они стараются, конечно, не смотреть, а куда они будут смотреть? На плитку? Или куда? Что они там будут? Пытаются, конечно, но не у всех это получается. Так, где это? Товарища моего Антона положили в госпиталь, у него температура. У меня сильно разболелась спина, в санчасти вкололи укол, так как у меня грыжа позвоночника. Сказали из Перми присылать документы о том, что я обращался в больницу. Здесь в армии постоянно все болеют, и я тому не исключение. Нас только перевели, и мне психологически было сложно одному. Перевели нас вдвоем, да? На второй или на первый же день Антоха заболел, его перевели в госпиталь, и он пролежал там 2 или 3 недели. И то есть я был один с незнакомым коллективом, и все там считают себя дембелями,
и так далее. Бесились эти падлы не от того, то, что они там дембеля, не дембеля, а от того, то, что вроде они отслужили там уже 8 месяцев, 7-8 месяцев, а вкалывают они как духи, как запахи. Потому что вот где я был в этой части, там не было разделения. Дембель, не дембель, работают все. Дембель могут и толчки драить. Вот поэтому этих псов это и бесило. Почему я говорю псов? Потому что там действительно не было нормальных людей. Все, блядь, гнули там пальцы, там, я, мы дембеля, там, я не знаю, вы что, блядь, Афган прошли, не знаю, чеченскую кампанию, допустим, да? То, что вы были в учебке, ну, молодцы, что сейчас, медали вам или что, ордена вешать на груди? Путина можешь позвать еще, чтобы вручил вам, блядь. Из-за этого, а в частности, из-за озноба и плохого состояния меня не допустили до стрельб. Оно и слава богу, потому что кто туда ездил, постоянно затрахивается чистить автомат. У меня было такое предсостояние заболевания, да, озноб, то есть как бы не температура, ничего, но вот такое пидорастическое состояние, тебя калашматит, да, все, у тебя там дискомфорт, морозит тебя и так далее. И были стрельбы, и перед стрельбами был опрос. И мне сказали, что себя плохо чувствуешь, я говорю, ну да, озноб там и так далее. Я не поехал на стрельбу, оно и к лучшему, это минус 35, тащить эти ящики, автоматы, потом стрелять, не по кайфу далеко. А нагара на нем целый килограмм скапливается после стрельб. В целом тут все рабочка. Чистят снег, разгружают машины и так далее. Я помню, приехала машина, Урал пустой, и надо было весь Урал загрузить углем. Ни лопат, ни подручных инструментов, кроме твоих двух рук, не имеется. В общем, не армия, а какая-то стройка. На днях навещал Антона в медицинской части. Он лежит, пишет стихи, рисует, потому что времени свободного вагон. Подводя итог, за эти 5 дней могу сказать, что адаптация штука страшная, но быстро переносимая. Пытаюсь и дальше писать, как и задумал. К сожалению, не сдержала данное перед самим собой обязательство. В силу переездов, переводов, в силу работы сотрудников защиты государственной тайны, потому что за эти записи можно было за ноздри подтянуть и навешать срок, потому что есть какие-нибудь данные при анализе, можно раздуть из этого все. Это был первый день в новом подразделении, там началась действительно реальная служба, не вот этот инкубатор-курятник. Слово инкубатор я повторял неоднократно, это я КМБ так именую, да. Здесь была настоящая служба, бок о бок с дембелями. Реальные такие пацаны, хотя и не пермские. Меня зовут Сергей Лакин, я рассказываю про армию. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.